Нашествие Пикачу в японской Йокогаме. Там стартовал ежегодный фестиваль, посвященный одному из самых популярных и любимых зрителями покемонов. Тысячи людей, облачившись в желтые костюмы, приняли участие в параде. Праздник проводится в Японии с 2014 года, но в этот раз шествие стало самым массовым. И все благодаря сверхпопулярной игре для мобильных телефонов Pokemon Go, одним из героев которой и является Пикачу. Тем временем сегодня в СМИ появилась информация, что мобильное приложение Pokemon Go с момента выхода за месяц заработало более 200 тысяч долларов. Миллионов долларов.